Всем привет! Приехали в лес за грибами. Не знаем, правда, где собирать. Приблизительно остановились. И теперь ходим по буграм. Вот такие вот они, бугры. Реально по горам. Вверх-вниз. На Урал нашел один гриб. Но он весь гнилой и червивый. И похож на белый. Вот. Пока ходим, ничего. Мы только зашли, если честно. И здесь в лесу пахнет, как в обычном лесу, осенью и опавшей сухой листвой. Сюда ходить без куртки и штанов просто нереально, потому что вокруг ежевика колючая и еще какие-то колючки. Чтобы не пораниться, мне пришлось снарядиться. Урал что-то заметил. Сегодня ему везет на грибы. Что, показалось? А, тоже гнилой. Ну да, и тоже, походу, белый. Целое семейство. Смотри, а вон еще какие-то сыроежки. Вот целое семейство. Нет, это какие-то, я не знаю. Вот такие колючки повсюду. Поганочка. А вот это какой-то непонятный цветочек. Листик похож на вечно зеленый. Наверное, он всю зиму зелененький. Пахнет классно лесом. Но только лес густой, как джунгли. Все-таки подмосковные леса и мурманские куда интересней. Какую-нибудь группу и с ней идти в лес. Потому что от незнания по этим горам вообще не вариант ходить. Очень тяжело. Сейчас мы спускаемся вниз. Как подниматься буду, вообще не представляю. Вверх, вниз, вверх, вниз. Где эти грибы? Ну ладно, то, что они есть, это факт. Но мне еще не попадались съедобные. Одни поганки. Хотя бы вешенки какие-нибудь. Вот нашла какие-то грибы. Я не знаю, съедобные они или несъедобные. Что это вообще такое за гриб? Наверное, несъедобный. Выглядят они неаппетитно. Все дерево. Ну вот, спустилась я на какую-то более или менее равнину. Урал где-то там позади. Ногой вступила в колючку. Больно так. Не знаю, где тут грибы. Мне кажется, в этом лесу нету никаких грибов. Надо ехать в другое место. Мне бы очень хотелось, конечно, встретить не белый гриб, не сыроежку какую-то, а хотелось бы встретить цезарский, царский или этот трюфеля. Вообще супер было бы. Хотя бы один маленький трюфелечек. Где только искать и как его искать? Это еще... Они как камушки, наверное. Или их рыть надо. Печально. Ну, по-моему, я вообще сегодня ни одного гриба не найду. Съедобного. Вот какой лес. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Ну, красиво. Пахнет супер лесом осенним. Ну, то, что люди здесь ходят, это видно по этой банке. Хотя я ушла далеко. Уже достаточно. И грибов не нашла. Урал там нашел несколько. Один гриб белый, червивый. И поганки. Ой, ну хоть бы один хотя бы большой цезарский попался бы. Вообще было бы супер. Я уже расстроенная шла-шла и чуть не раздавила вот два грибочка. Даже три, два сросшихся.
Не знаю, что это. Ой, что это? Дождь, что ли? Какие-то два гриба. Скорее всего, это... Не знаю, короче, что это за гриб. В интернете дома посмотрю. Красная ножка я уже собирала. О, даже слизняки и червивые немножко. Но я потом обрежу. Грибы есть. Это радует. Залезла. Тут, походу, когда тает снег, течет в этом овражке вода. Залезла, капец. И вот туда она тут вниз стекает. А нам еще вверх туда подниматься. Шли, мы шли и встретили много людей. И все, оказывается, за грибами. Вот. А вот собака. А все вот из-за собаки. Мы собаку увидели и пошли за ней. И вот сколько людей оказалось. Все по грибы. А грибов нет. У людей больше, чем грибов. Первый раз за грибами. Мы выбрали место. Прочитали в интернете. Потом я выбрала на карте место. Приехали, а тут очень много людей встретилось. И те грибы, которые я собрала, мне посоветовали выкинуть. Потому что я могла бы ими отравиться. Вот, что они старые, переспевшие. Но они съедобные, только надо их молодыми собирать. Вот, и то, что они старые, переспевшие и горькие. Мне было жалко, но пришлось выкинуть. Вот, а сейчас мы собираем грецкий орех. Но чтобы совсем с пустыми руками домой не прийти. Вот, грецких орехов тут тоже много в лесу. Вот оно растет. А вот что собрали. Ну, дома почистим. Просто не очень хочется, чтобы руки были в йоде. Потом йод не отмывается долго. Почему вешенки нам не попадаются? Или лисички? А люди, которые нам встретились... Они, одна группа женщин собрала лисичек, пожилые люди, мужчина, женщина, они собрали вешенки. И их тут еще местные называют чебариками. Но говорят, еще суховато в лесу, поэтому грибов нету. Ну и плюс настоящие грибники ходят с утра, а не так, как мы к 12 часам. Да ладно. Как оно будет выпрыгивать, животное? Смотри, дырка идет туда. Ну, я понимаю, дырка, ну а как она выпрыгивает? Вот, дальше идет туда. Во, во. Сейчас телефон уронил. Давай посмотрим, что там внизу. Бомж, да? Не бомж. А, не видно. А ну-ка, сейчас я с ней включу. Там нету никакой дырки. Просто яма. Хотя вот там вот как раз таки. А вот там вот есть, смотри, дырка. Ого! Что там кушает? Кушает, говорю, кушает, смотри. Ну, они, наверное, потрескались, упали от удара. Не, о, какого удара? Здесь, походу, смотри. Видишь? Короче, вот здесь какое-то животное живет. А, собирает орехи грецкие. А вот здесь был, видишь, кушает. Он по-любому собрал туда. А нас слышал, да. Наверное, убежал. Енот, может быть, какой-то. Но вот там дырка большая. Смотри, смотри. Прям яма. Чего здесь только нету. Тут все можно встретить. Не, я прям очень рада, что сюда приехала жить. Самое главное, что тепло. Хотя вот по этим лесам, горам лазить, ну, вообще не очень кайфно. Еще колючки всякие. Ну, с другой стороны, это полезно. Ходишь, спортом занимаешься. Я хотела как раз похудеть.
Ежевика, но походу она еще зеленая. Красная прям. Уже октябрь месяц. Ежевика красная. Кто-то будет в ноябре лакомиться. Фух, тяжеловато ходить. По галаночке. Вон, наверное, внизу. Ты что за хрень? Поганки, что не видишь? Явно несъедобные. Блин, где они лисички находили, овёшенки? Не, я не знаю, куда идти-то? Вниз спускаться, пожалуйста. Давай вниз спускаемся. Так тут тоже вниз спускаешься. Ну, может, с другой стороны. Ну, какая разница, с другой стороны. Если посмотришь, что это с другой стороны будет, а это прямой. Ну, пойдем. Смотри, вот нам встретились, да, пожилая женщина с палочкой и ходит в горы. И не ноет. Ну да, и не ноет. И стройная. Вот так вот здоровье поправлять можно. Ты видела, как она ходила? Ага. Поднималась. Бегала. А где они, лисята? Может, они здесь находили где-нибудь? Стопудово. Лисята, шампинь... Ой, как они там называются? Вёшенки. Ну, вот и грязь. Не знаю, поганки. Скорее всего. Красивые такие поганочки. Будет обидно, если выяснится, что они съедобные. Но они же были на... Ну вот, люди были же на озере. Прошли мимо этих грибов. Раз не взяли, значит, они несъедобные. Ура! А что там? А мы вот там пешком ходили, да? Вот там вот. Лазили по горам. Кто жрет? Покажи. Где? Наверное, сломанная. Червей нету, значит, гриб точно несъедобный. Грибник, у него сейчас пакет порвется. С палочкой такой. Красиво. Да, да это не озеро, это болото какое-то. За это хлеб, ну, сюда пришли. Ну, ладно, посмотрим. Они, походу, туда куда-то ходили за грибами. Видишь, как четко я выбрала место. Болото какое-то. Болото не болото, а прикинь, тут рыба, наверное, водится какая-нибудь. Да не, наверное, вряд ли. Потому что слишком болотисто. Очень слишком болото. Птички как поют. Ну пошли, пошли. Вот там еще дорога. Короче, с мужем моим в лес за грибами ходить, это катастрофа. Он заходит и сразу выходит. Если ничего не нашел за 5 минут, значит все. Вот 5 минут уже, 3 часа уже ходит. Вот так вот птички поют. Красиво пахнет. Классно. Свежим горным воздухом. Сухой листвой. Ну, осень, что тут сказать. Ладно, первый раз вышло неудачно. В следующий раз, надеюсь, будут грибы. Вот такие длинные колючки встречаются. Что это такое, я не знаю. Ни листьев, ни цветов. Помимо ежевики. Очень жарко подниматься в гору все время. Какой-то гриб? Или что это? Мы его пнем. Явно он несъедобный. А вдруг съедобный? Не, он растет как дерево. Вообще непонятно. Позже я узнала, что это гриб рейши. Очень полезный. Просто невыносимо. Мы еще залезли. Такой крутой склон был. Вскарабкались наверх. А теперь... Потом спустились вниз, потом опять наверх, потом опять вниз. И теперь вот обратно. Нереально тяжело. Дай хлебнуть.
Как залезла, так и буду спускаться. Где мы скарабкались? Теперь мы будем здесь же и спускаться. Просто трындец. Грибов не насобирали, полазили по горам, надышали свежим горным воздухом, осенним. Собрали немножко орехов. Блин, колючки эти не отцепляются, трындец. Огроменное дерево грохнулось. Обойдем его. Теперь надо как-то спуститься. Тут кто-то пытался сделать ступеньки. Может, по ним спуститься. Удобненько. Toyota Corolla Cerus. У меня была такая машинка праворольная, японская, чистая. Старенькая. Но зато очень хорошая. Все в ней есть. Сейчас на горе Ахун облако. Все закрыло. Сейчас бы туда посмотреть, как там кайфово. Наверное, прохладненько. Облака-то они холодные.